с ПАО. Насколько, ну, вот и стартовый состав уже на наших экранах. Вообще, как тебе кажется, ПАО в этом году — это команда, которая рассчитывает на то, чтобы дойти до конца? У них план — это зайти в финал четырех и бороться за титул или просто отбывать номер? Ну, и Химки здесь в Евролиге. Да, ПАО в гостях действительно команда, которая сейчас, может быть, в меньшей степени можно говорить о том, что претендует на какие-то прям вот 100% претендует на какие-то высокие места в Евролиге, но при всем при этом это все равно очень серьезный клуб с очень сильной лицевой. Пока, вот если честно, в позиционном нападении что-то непонятно у химчан происходит. Да, неплохо защищаются вот у ПАО. И перехват уже один получился, и все броски с сопротивлением. Джиммер. Джиммер Фреден. Человек с уникальной... Ну или не двигаться, тогда побила... Это Зайцев выбил мяч? Да, Бентиля оставили без мяча. И быстрая атака от Кима. Не-не-не-не-не. Которая заканчивается попаданием от Фредета. Намельчили в своем нападении химчане. Можно было раньше атаковать. Вот эта вот передача на дистанции в 50 сантиметров. Это было лишнее, на мой взгляд. И убегает Джиммер Фредет. У него... Что там получается по очкам? Да, это 4 у него пока. 4. Химки вновь вырываются вперед. Но вся вторая четверть, в принципе, это просто смена лидеров постоянная практически. Фредет. Ой-ой-ой-ой. Это Джиммер Фредет. Это человек с невероятным вот снайперской менталити, так сказать. Смотрите, вот там его срубили. Он в падении все равно закручивает. Он наступил Эвансу на ноги, он при этом не подвернул свою, умудрился, отдав падение, тем не менее закрутить мяч в кольцо. Интересно. Высокими поиграть. Нет, у шведа это была четвертая попытка издали, пока с одним попаданием. Калатус дает возможность Фредету обострить, и Фредет сбрасывает. Как же они находят свободных игроков в нашей трехсекундной зоне. Калатас начинает позиционное нападение Панатинаикоса. Вытащил Джиммер шведа. И еще раз. Ой. Ну как же так? Ну как же так? Ну стоя на месте. Все стоят. Здорово видит. Это, конечно, он ходил на шведа. Нужно не забывать, что это один из сильнейших снайперов в Европе. Счет равный. Фредет, Фредет. Это была Нову Юкоса. Если бы он прыгал, забил бы, выступил, то совсем чуть-чуть. Вот, кстати, тоже обидно в какой-то степени. Вот бросил, то по сути, попадание-то дальнее. Привет. Скидочка и... Папа Петра не попадает. А здесь посмотри, как они цепляются. Нет, ну, ПАО сегодня играет с характером. И Джиммер забивает свою трешку. Да. Почти все химчане здорово убежали. Позволили ему подбор забрать. Давайте посмотрим здесь, как борется. Вылетает туда Уайли. И здесь хорошо Калатас нашел. И спокойненько подбирал уже ноги Джиммер Фредет. Без защитника этого снайпера. Джиммер Фредет. 22 очка забил «Зениту». Это был его личный рекорд результативности. Ну, интересно, на самом деле здорово. Вот этот игрок, то, что он творил в Китае, там стала тоже такая абсолютно джиммермания появилась. А сейчас, конечно, он заинтересован в том, чтобы продолжить играть в баскетбол. Наверное, заработал не такие большие деньги за свою карьеру, как ожидалось это в конце его выступления в колледже. Но все-таки перед лидером в определенных матчах, но нет такой возможности. О, перехват! И Джиммер! Баба! Быстрые контратаки, конечно, конечно, тайм-аут. Улыбается Джиммер, радуется тому, что произошло. Он радуется тому, что у него начинает получаться в Европе играть в баскетбол. Потому что очевидно, что ну, человек пришел, возвращаясь к его карьере, да, он за последние там сезоны по 40, по 50 очков забивал за колледж, пришел в NBA, и это было разочарование. Здесь трибуны. Ну, зрители, конечно, хотели эту сотню. 101-то вообще красиво.
Ну что ж, вместе не получилось, то и за первый матч Химок против Панатинаикоса, который был 10 лет назад, когда ПАО выиграл там 101, по-моему, 66. На 66, сейчас 103 на 86. Разница не такая, но зато и набрали чуть-чуть побольше. Поздравляем Химки с этой победой. Так, красивый баскетбол получился у команды Римаса Куртино.